Сейчас начинается гала-концерт. Дамы, кто ждет, пожалуйста. Вот Михаил Чутко. Сейчас начинается Галя, ты в концерте. Давайте, давайте, давайте. Нам-то можно? Нам конечно. Вам нужно. Конечно. Вот, надо я вас так, сюда подлетать, если не хочешь. А я с огурцом во рту. У нас обычно делают это вначале. Пока трезво. Пока под елочки не фотографировались. После рева моторов и гроз я подумаю с ленью и болью, что на сутки в постель завалюсь, тишину уложив к изголовью. Но дойдя до бетонной черты, где механик на доске уселся, упаду полевые цветы. С неожиданной болью у сердца закачаю, сцепившись траву, и зажмурюсь и вспомню, что где-то уплывают друзья в синеву, и моторы вращают планету. В небе солнце прочертит дугу, и в ручей опрокинется небо. И опять я уснуть не смогу, многоцветье земли не изведав. Смотрит ввысь подрастающий сын, настоящего неба не зная. Пусть растет, пусть пока видит сны, сны, в которых как птица летает. Пусть мечтает с рассветом вставать и турбинами ввысь оглашая, на форсаже с бетонки взмывать, всею мощью планету вращая. Пусть ему предначертан мой путь, пусть ему покоряется небо, пусть, как я, он не сможет уснуть, многоцветье земли не изведав. И не зря я на свете живу, если буду уверен, что где-то бороздят сыновья синеву, и моторы вращают планету. Спасибо. Так я не понял, девочки, вы что трезвую-то на сцену выпустили-то? Я не понял, при чем тут вы не пьете-то? А ее что трезвую-то выпустили? Да я вон вижу, у вас большая стоит. Здрасте, приехали. Да никто не предложил. Ну что ж, дамы и господа, строчки закончились. Ну, было. Это мое волнение. Thank you.
надо гулять без кого. Артистов не бывает, то что этот человек на протяжении 20 лет пел в театре «Ромен», когда-то был съезд ЦК КПСС. Этот человек, которому было буквально 19 лет, спел перед генсеком Леонидом Брежневым. Брежнев вышел и стал называть цыганочку на следующее утро. Светлана Янковская стала заслуженной артисткой РСФСР. И ее назвали любимой артисткой Леонида Брежнева. Встречайте!